Военный парад по случаю 15-летия непризнанной независимости Южной Осетии. Эти кадры обошли все каналы грузинского телевидения. Танки на улицах Цхинвали. Нарушение договоренностей. Осетинская сторона пояснила, три танка, украшенные цветами и надписями «Мир», были только на параде и уже выведены за пределы зоны безопасности. Но на этом юбилейный скандал не закончился. Осетинскую столицу снова обстреляли из тяжелых минометов. На этот раз в Цхинвали никто не погиб, но опять непонятно, кто стрелял и зачем. Цхинвали напрямую обвинил Грузию. Тбилиси заявил, своих граждан обстреливать никогда не будет. Непримиримые соседи согласились только в одном. Это провокация. Мне неизвестно, кто это сделал, но тот, кто это сделал, по-моему, является неусыпным врагом Грузии и полным дегенератом. Иначе прокомментировать этот факт я не могу. К сожалению, у меня нет необходимой информации, чтобы объяснить, откуда стреляли. Мне просто известен факт и результат.